Так, дальше разберем, когда соперник вам прихватывает ножки, что в этом положении делать? Я уже Петру Сергеевичу показывал там на сборах. Но сейчас, кто не был на сборах, еще раз повторим. Ложись на живот также. Значит, прихватываем поясочек также, переворачиваем на себя. Соперник прихватил две ножки. Вот. Помните? Значит, что в этом положении делать, когда соперник, я отсюда уже ни на удержание, ни на болевое никак не перейду. Значит, в этом положении, значит, посмотрели, что я делаю. Ножки под него заряжаю вот так вот. Значит, ножки сверху, ножки под него, под партнера. Дальше встаю на правый локоточек и делаю, как бы отталкиваюсь, делаю шаг назад. Мне немножко надо вылезти из-под него. Вот такое движение сделал. Вот я сел. Вот он мне держит ноги, но я уже сел. Дальше правой рукой прихватываю голову, а левой рукой перехватил за пояс. Дальше локоточком правым опираюсь на ковер. Вот, прижимаю его. И какие бы у него там сильные не были руки, у меня ноги сильнее, я его всегда отожму и отжимаю его. Извините. Выхожу на удержание со стороны головы. Еще раз посмотрели. Приподнимаю поясочек, переворачиваю, мне прихватил две ножки. Сразу ножки под него, вылез. Одновременно, посмотрите, я прихватываю голову, и мне надо левую ручку перехватить сверху. Потому что если я левую ручку не перехвачу, я когда обопрусь вот сюда на локоточек, он просто на живот уйдет туда. И все, видите? Ушел на живот, я удержание не сделаю. Поэтому вы, когда прихватываете голову, сразу же перехватываемся левой рукой за пояс. Прихватили. Дальше локоточком опираемся об ковер. Вот здесь я держу плотно. И у него нога здесь никакая не выдержит. Я начинаю потихонечку вылазить, выходить со стороны головы на живот. Вот сюда выхожу. Прихватил здесь голову жестко. Здесь я держу за поясочек, прижался, держу удержание. Давайте еще разочек медленно. Потом попробуйте. Приподнял, перевернул, ножки он мне схватил. Ножки под него заряжаю, опираюсь локоточком, делаю толчок назад. Прихватываю голову, сразу же ручку перехватил за пояс. Локоточком опираюсь на ковер и потихоньку вылажу со стороны головы на удержание. Здесь я держу левой рукой пояс, правой рукой за шею. Давайте разбились по парам, попробовали. Мам, этот вариант. Опередил. Я говорю, век живи, век учись. Это вообще. Детальки, да? Раз. На лодке выкатиться. Почему не получается? А потому что, чтобы не последний раз семинар был. Когда-нибудь у нас сложится полная картина. Так, никогда. Ну, сегодня что-то показал, завтра. 20 лет, да? Никогда не будет этого. Никогда. Евгений Ильич, Ленин должен не проводить длинные сборы. Так, на локоточек вставай чуть-чуть. Так, правой рукой, а левой рукой перехватись сверху. А правой рукой за шею. Перехватись. А план у вас есть вообще, да? Локоточком опирайся. Выходи теперь на живот. Нет, кроме осенью так же. Вылази, ножку вытаскивай. Он сейчас ее сам отпустит. На живот. Вот. Хорошо. Локоточком заходи. Вот. Вылази. На живот. Вот. И все. Хорошо. Давай.
Держи посильнее, Гош, смотри, что получится. Ты вот под ней лежишь, надо чуть-чуть вылезти. Вот теперь вот, бери за голову, схвати голову. Вот за точку на камеру отвлечь. И все, вылази. Вылази. Ну, ты держи левой рукой-то. Ты ее развернула на живот. Нет, так не выйдет. Ногами захвата ставить. Смотри, смотри еще. Столкни левой ногой. Это положение. Ты что-то забрал голову? Я вылез, подхватил голову. Голову подхватил. Здесь вот ручку подхватил. Вот сюда. Вот. И здесь вот этой рукой придерживай, а она просто на живот развернулась у тебя и все. Я же вышел и даю ей на живот развернуться. Руки на без головы. Понимаешь?